Среди мужчин дистанции 100 метров, первая группа М-35, и в первом забеге Николай Александров, Екатеринбург, Алексей Поляков, Благовещенск, Владимир Яшин, Москва. Василий Мамаев, Тула, Андрей Гончаров, Ставропольский край, Филипп Ладошин, Москва, Александр Никитин, Полинцова, Вязьма. На старт! Так, вышли вот за это. Подошли ко мне. На старт. Василий Шавашев 13.56, Сергей Пленов 13.51. В четвертом забеге стартуется Александр Шапошников, брат Андрей Коломойк, Москва, Дмитрий Янкин, Москва, Михаил Казаков, Москва и Валерий Ящерицын, Смоленск. Владимир Карайев, Москва, и Юрий Ильин, Медикам, Татарстан.
Положу. Дмитрий Колстов 11.95, Роман Витько 12.43, Василий Мека 12.44, Виктор Мальцев Подойдите на дорожку. Что ты трогал? Валерий Зумадилов 12.70, Михаил Моисеев 12.90, Андрей Тюкаев 13.53, Алексей Прам 13.4, Николай Кащерин 14.96. Александр Маркович, Москва, Николай Волошин, Оренбургская область, Анатолий Балабан.
Внимание! Виктор Мельников, Татарстан, Павел Изотов. Внимание! Внимание! Так. Внимание! Петербург, Николай Потапов. 13-м стартует Николай Шакевский, Челябинская, Владислав Глазов, Анатолий Фомин Назарова и Борис Счастливский, Санкт-Петербург. Внимание! 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 Владимир Антропов, 14.08, Татьяна Ибрагимов, 14.51, Владимир Дмитриев, 14.87, Сергей Байков, 15.04, Сергей Пеняев, 15.17, Федор Минеев, Анатолий Ильич, Татьяна Ибрагимов. М70, Виктор Мельников, Николай Потапов, Николай Синицкий. Андрей Гончаров, Николай Александров, Алексей Поляков, Соколов, Михаил Задонцев.
Владимир Яков, первый. Александр Шапов, Иркутская. По третий Роман Рейка, Краснодарский край. По четвертый Дмитрий Колчков, Москва. По пятый Василий Меков, Калининград. По шестой Михаил Казаков, Москва. Дмитрий Яхин, по седьмой Москва. По восьмой Андрей Соломой, Москва. М-45, финал мужчины. Нафтар. Дмитрий Колчков, Москва, первый. Результаты женского финала. 35. Лена Солинского 12.95. Ксения Олимпийская 13.57. Галина Данихина 13.80. Татьяна Шаломайна 14.57. Майя Однокурсова 14.08. Яна Митрофанова 14.47. Надежда Гатина 15.43. Татьяна Вакулевская 15.45. По третьей Константина Садченко, Ростовская область. По четвертой Михаил Моисеев, Новосибирская область. По пятой Андрей Чукаев, Северовская область. По шестой Валерий Жумадилов, Эстония Таллинн. По седьмой Николай Суверев, Воронеж. По восьмой Михаил Васильев, Москва. Сейчас, доставай. Внимание! Мужчины, 75. Вот это мужчины. И результаты женщин. Светлана Гончарова, 12.86. Светлана Мартышева, 14.15. И бронзовый призер Светлана Армут, группа 40, 14.74. Юлия Исеевич, 14.81, Юлия Тянникова, 14.86, Гузара Мальчинцева, 14.88, Татьяна Колмакова, 15.58. Мужчины, группа 35, финал. Владимир Яшин, 11.77, Мамайк, 11.97. Алексей Поляков, 12.17, Николай Владимир Бондаренко. По второй Игорь Насенник, Калужская. По третий Анатолий Балабанов, Киров. По четвертый Юрий Зидин, Воронеж.
По 5 Николай Лужков, Москва. По 6 Сергей Егоров, Ярославль. По 7 Александр Маркович, Москва. И по 8 Валерий Пычков, Красноярск. 60, мужчины, 7-0. Место. Группе 60. Для всяких вопросов это Анатолий Балмабанов. Результаты 45. Финал Дмитрий Колков 11.97. Роман Ричко 12.40. Михаил Казаков 12.43. Андрей Коломой 12.49. Василий Мелько 12.99. Дмитрий Якин, 12.59. Александр Казаков.